Чужого не бери, свое не отдавай, зажмурься и умри, люби и умирай. Скажи и поклянись, скажи, что ерунда, умри и притворись, что любишь навсегда. Поехали! Мы едем на радио давать интервью. Еще многие не верят, что мы приехали все-таки. Крючок. Сейчас всем теперь буду про этот крючок говорить. Холодно. А, сейчас нас встретят. Да, смотри, вот мы были быстрее, чем... Вот, она шла на грамме, а мы въехали. We speak English, yeah? Yeah. Speak English. Mm-hmm. Let's go in English. Because, you know, my Russian is not so good. I think your Russian is pretty good. Нет. Да. Ты очень плохо говоришь. Ничего себе, нормально. А он вообще не говорит, так что... Да вы отлично разговариваете. Ну, я все понимаю, но не так хорошо говорю. Сейчас, секундочку. Ну... Попробуем. Он отлично говорит на русском, можно на русском лучше. Нам это удобнее. Можно на русском тоже. Нам просто удобнее, мы больше можем сказать на русском, чем на английском. Да, но у нас, если знаешь, хочешь, мы очень большие ошибки сделаем. Нормально вообще говорить. Мы не понимаем. И в Эстонии, знаешь, one third of the population is Russian, so одна треть только русский. It would be very embarrassing if we'd speak bad Russian here. Yeah. Because, you know, otherwise our Russian... Okay, go speak English. Okay, we'll do it in English. Splendid! No nii, täna õhtul on siis see tähelepanuväärne sündmus leidmas, et Tallinnas astub üles vene tüdrukute duo Tattoo, kes on meiega siia varahommikul nõus olnud stuudiosse tulema ja väga hea meel on tere hommikust Leena ja Julia. Good morning!
Good evening, actually, but you know, it still is morning. Let's pretend it's morning. Yes. Quite early. Because, you know, in Estonia, morning is when there is evening in Russia and vice versa. Okay, good morning. Well, anyway, is that your first time to be in Tallinn? No. So you've been here before? Yeah. And during your promotional or when? No, we were here for the show. We were doing show in Tallinn and Enrico was at your... Yeah. It was in Riga and we were here before, of course, and we like the old city. Mm. So that's unbelievable. That's great. Very beautiful. How does it feel? I can't imagine how would it feel to be the first and only international music-based success internationally from Russia. Great, we're fine. Of course, we're really happy that we did it, that we were the first band who did that. And I think Russia is very proud of us because we are really popular all over the world. Арбастовали кстати, я не имею всем вида на тело. Я просто сказал, что вы подруги и так далее. Мы как сестры, мы же даже не подруги. Мы семья. Well, anyway, thank you for coming to the studio, Lena and Julia, and all the best for you for the future. Thank you very much, and you have really very good studio. We like it. Я говорю, что тут татуа мне нравится. Okay, very nice. Клёво, так быстро. О, супер. Да, спасибо. Мам, спасибо. Прикольно так это даже у вас. Даже не было ходить, не хочется. Да. Было очень прям, прям тут уже всё сейчас. Кстати, очень хорошо говорить на русском. Да. Ну, мы попробуем. Спасибо большое. Счастливо. Да, счастливо. Ну, практики нет. И вам всё доброго. Приходите к нам завтра. Постараемся, да. Да, старайтесь обязательно. Будем ждать. Куда вы пошли-то? Эй! Ай, блядь! Ну и что вы смотрите? Что вы смотрите, да? Что вы смотрите, да? Хулиганье! А это они к младшему братику приехали. Не-не. К сынульке приехали. Мамки приехали. Покормить. Погулять. Не-не, мы не курим. Вы что? Не курим. Вы что говорите-то? Не курите мы совсем. Нам нельзя. Ну только до 7 часов. Блять, только до 7 часов, ребят. Нет, не та дверь, не получилось.